Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А при начале ролика хочу посетить вам очень хороший канал моего знакомого, Андрей Поляков. Он только начал развиваться на ютубе, так что подписывайтесь на него. Он снимает на сервере Arizona Roleplay, то есть SAMP. Я думаю, вам это будет интересно. Всем советую зайти на его канал, повторю ссылочку в описании. Подписывайтесь, сам буду следить за его творчеством. Давайте его поддержим, давайте все подпишутся на него. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на всей родине Roleplay, центральный округ. Муник здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте о моих регистрации. И сегодня мы будем сливать, пацаны, вот ту яхту, мою любимую, которая стоит за моей спиной, короче, ну вы поняли. Вот эту яхту будем сегодня, к сожалению, сливать, потому что я хочу купить какую-то новую машину, потому что вышел новый модпак. Есть пару машин, которые мне там нравятся, поэтому... Мы будем сегодня сливать в ГОС и пойдем в казино. В следующей серии, если бабки, конечно, останутся, то уже, так сказать, будем покупать новую машину. Так, вот тропик у нас получается. И давайте нажмем продать. Где ее продать можно? Так, припарковать. Как ее продать? Я вот не помню. Как продать яхту? Я вот... Давайте админов спросим, я серьезно не помню, как продать яхту. Настройки персонажа, связь администрации. Как продать в ГОС яхту? Давайте спросим. Просто мне реально интересно, я не знаю, блин, как это делается. Никогда не сливал яхту в ГОС. Машину сливал в ГОС одну, но яхту... А, окей, спасибо. Так, sell car. Sell car. А, окей. Я должен в нее сесть, хорошо. Блин, жалко, на самом деле, ее сливать будет. Тем более, машина как бы... Так. Окей, я хочу, да. Сколько мы можем слить? За 4 миллиона я ее слил, пацаны. А покупал ее за 8 миллионов. Ну, такое, блин. Как бы минус 4 ляма, конечно. Такое себе удовольствие. Ну, ладно. В принципе, выбора у нас не было, по сути. Там по черепахам еще растут они, я так понял. У меня еще две черепахи есть, нужно продать их. А здесь уже выросли. Окей, все. Берем сейчас машину, едем в казино, попробуем поднять бабла. Надеюсь, у нас это получится. Возьмем, наверное, Audi. Капец, минус 4 ляма просто. На ровном месте, пацаны. Ну, другого. Я не перепродал бы ее по-любому. Так, fill car. Все, бензин теперь есть у нас. Заводим машину, погнали. Так, вот мы уже возле казино, давайте заходим. Но мы будем в карты играть, короче. Я хочу в карты с кем-то поиграть. Потому что вот это... Херню... Так, давайте, 5000 фишек, все. Так, может кто-то с нами в карты на 5000 фишек сыграет? Или нет? Ну ладно, подождем кого-то, блин. Может кто-то на 5000 фишек сыграет хотя бы с нами. Было бы неплохо, я думаю. На 5000 фишек сыграть. Просто, блин, вот эту хрень, блин, я там точно бабок не подниму. Ладно, давайте все-таки здесь пробуем, потому что никого нету. Здесь купье много. Так, пошли заявки. Так, мест нету, хорошо. Короче, будем заявки ждать. Блин, ну я 5000 фишек всего лишь, блин. Я не хочу просто все, потому что мне здесь никогда не везет. Может, конечно, 5000 фишек ебануть. Ладно, давайте рискнем. Не, места нету. Окей, так. Давайте рискнем. Так, 6,5. Я проебал по-любому, да? Да, я проебал. Понятненько. Давайте фастом будем чисто работать. И кто выиграл? Непонятно. Да, понятно. Так, на 1000 давайте еще раз фастом. Мне кажется, я проебу, блядь, все бабки сейчас и все. И на этом все закончится, блядь. Так, для выхода. Кто победил, я так и не понял. Ах, ну такое. Ба, у меня 1500 фишек осталось всего лишь. Давай, блин, ну тащи, ёпта. 3-3. Ничья. Пиздец. Все, на последней бабке играю. Если солью, так и солью, блядь. Хуй с ним уже. И все, блин. Беда, привет. Гоша Бир, привет тебе. Так, давайте.
Бля, я проебал обратно. Пизда Ивановна просто. Я ебал, блядь. Реально, это казино, блядь. Пизду его нахуй просто. Просто я слил, понимаете? Просто слил. Все бабосы, блин. 500 тысяч. Видите, я не вижу смысла, блин. Надо в карты играть с кем-то. Вот это, блядь, типа, на столе играть это хуйня. Вот карты нормальные, а вот это, я считаю, что это хуйня. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know, I'd be crying.